Всем привет! У меня обед, сегодня такой солнечный день. Ну, здесь у меня в зале не передает красок дня. О, что волос не куда-то там попал. Здесь как-то у меня всегда темновато. А там в кухне, ой, невозможно даже снимать. Поэтому я пришла сюда. У меня капуста с мясом и соленые помидоры. Ржаной хлебушек, и я здесь налила огонек, ну немножечко. Соседи понаехали. Кстати, давайте кушать вместе и подпишитесь на канал, если вы еще не сделали этого. Посмотрите, пожалуйста, мое видео со звуком, пожалуйста, до конца. Вы можете просто включить его и пусть оно идет. Вкусно. Мне нужно готовить еду сейчас. Я поставила варить сок. Пока буду готовить. У меня что-то там сварится. Соседи понаехала, говорила уже, да? Все консервируют дачи. Но я пока к этому не готова. Сейчас на Ютубе смотрю передачу, называется «Черный квадрат». Про казахскую преступность в основном. Ну, видимо, это там передача. Почему мне выдал поисковик, хотя я ничего такого не искала? Я вообще предпочитала очень много времени... этого года помидора. Смотреть я предпочитала Леонида Каневского. Мне кажется, я все пересмотрела. Ну, может быть, за исключением некоторых серий. Потому что смотрела я не один год. Очень мне нравится, как снимали эту передачу. Очень. Вот. А это практически то же самое. Только действие происходит в Казахстане. Жуть везде берет. Жуть. Просто. Я раньше даже, ну, прилягу в зале. Это в городе, это не здесь. Каневский у меня идет. Усну. Но когда я завязала смотреть его на ночь, это был такой момент, я уснула, опять же, и проснулась от того, что, видимо, какой-то момент, когда там звук увеличивается, и это был тот момент. Там говорили о том, что прошло много лет, прежде чем были раскрыты злодеяния этого монстра. Еще очень много жертв было найдено, или там не найдено, а имя ему... Андрей Чикатило. И я как подскочу. 5 утра. Я думаю, Ксюша, завязывай. Ну все. На ночь не смотрю больше всякие ужастики. Хотя прям ужастики обожаю.
Я только, наверное, свои любимые «Чужие» посмотрела раз 180 миллионов. Угу. Так что. Здоровых нет. Есть недообследованные. Доел я рагу. Остатки у меня были. Чудесно, сейчас чаю как попью сладкого еще. Почему-то после всяких солёностей хочется сладкого чая. Сладенький. Сварю сейчас супчик куриный. Сделаю салатик. И свеклы. Чтобы все были довольны. Обнимаю всех. До новых встреч.